Энергия питает нашу повседневную жизнь, но на ее выработку и использование приходится 75% выбросов парниковых газов в ЕС. Роттердамская компания, специализирующаяся на чистых технологиях при поддержке инвестиционной программы ЕС, взяла на себя миссию помочь сократить зависимость от ископаемого топлива. Речь идет о системе Баталайзер. Это электролизер, который может накапливать возобновляемую энергию в батарее и производить экологически чистый водород. Working on the energy transition is something that unites us all. This is the challenge of our generation that we have to fix. Баталайзер изобрели в одном из голландских университетов. Он питается от возобновляемых источников энергии, таких как ветер и солнце. После зарядки аккумулятора энергия может быть использована для выработки водорода. Система также может мгновенно включаться и выключаться, чтобы реагировать на перебои в снабжении. 60% of the cost of green hydrogen comes from the electricity. What a Baталайзер can do is when power prices are low, it produces hydrogen, but when power prices are high, it can stop producing hydrogen, something that other technologies cannot do, and it can also deliver the electricity back to the grid, and therefore creating an additional income stream for customers. В прошлом году на этой электростанции в Нидерландах была установлена первая промышленная система Баталайзер для проведения полевых испытаний. Полученный водород используется для охлаждения подшипников газовых турбин. Сейчас производственные мощности наращиваются для коммерческого использования. Под прицелом самые разные отрасли, от нефтеперерабатывающих заводов до транспортных компаний. The energy transition needs to go fast, because that is important for basically the climate change, and it needs to be affordable. And I think we can do both. Здесь, в порту Роттердама, компания планирует построить свой первый крупномасштабный завод. We need the existing companies to do the transition, and we need new companies who fill the gaps. In the future, the energy system will be decentralized, and we'll need batteries, and we'll need hydrogen production. And the fact that Baталайзер combines the two of these is really a new offering in this new energy market. Для расширения производства было подписано соглашение с Европейским инвестиционным банком на сумму 40 миллионов евро. Его подкрепили гарантиями фонда InvestEU. Предполагается, что технология, разработанная в Нидерландах, начнет активно применяться с конца этого года.